А последние две работы для нашего сегодняшнего видеообзора нам любезно предоставили независимый российский лейбл Artificial Sun, который специализируется на индастриал музыке. И первая работа — это альбом группы Distorted World, который называется Between the Strobes. Вышел на Artificial Sun 12 декабря 2012 года. Очень сакраментальная дата, тем более для дебютной работы. Это дебютная работа One Man Project клавишника другой электронной индустриальной группы, которая называется Anthracitic Words. Честно говоря, музыку Anthracitic Words я не слышал, да и вообще я не могу себя отнести к большому знатоку чисто электронной индустриальной музыки, но могу смело сказать, что вот это очень сильная работа. Ее необычность, ее изюминка в том, что в ней очень умело сочетается мрачное звучание, какая-то монолитность, тяжесть и использование вот этих аналоговых синтезаторных звуков с симфоническими элементами и с вот этим злым, дисторшированным, искаженным вокалом. Вот все это дает такую необычную какую-то атмосферу, несмотря на такое, скажем, несочетание электроники и симфонической музыки по своей природе. Очень монолитно и хорошо слушается. Ну, немножко оттеняет, выдергивает из общей атмосферы, наверное, трек номер 4 с женским вокалом. Наверное, за счет красоты женского чистого вокала, который очень контрастирует с основным этим жестоким дисторшированным вокалом. Вот, как бы, дает немножко отдохнуть. В целом, альбом очень сильный, конкурентоспособный, я бы сказал. Он заинтересует наверняка не только наших слушателей, но и также за рубежом найдет свою публику. Очень-очень-очень хороший альбом, очень сильная работа. Я считаю, что он заслуживает твердую пятерку, тем более для дебюта.